Остановка рейс. Конечная. Следующая остановка – Римбаса. Первый рейс нового вагона был необычным вокруг да около трамвайного парка. Пассажирам было неважно, куда ехать, а в кабине водителя сидел сам начальник левобережного депо. Он-то и поделился первыми впечатлениями о поездке. Совершенно другое управление. Во-первых, очень все просто, все удобно, все перед глазами. Обзор из кабины большой. Все условия для удобной работы водителя. Новый вагон – совместный проект. Сотрудники Магуртранса привели в порядок ходовую часть старого трамвая, а конструкторы из Екатеринбурга отвечали за каркас и начинку. Теперь, к примеру, благодаря новому тяговому приводу, экономия электроэнергии составляет более 25%. Сам вагон, он, я повторюсь, изготовлен с нуля. То есть изначально был, ну, вот, допустим, на заднем плане у нас вагон штатный 71-605, который, как известно, сгорел в прошлом году. Вот. От того вагона остались только тележки. То есть даже каркас сделан нашим предприятием, сделан по КД вот данного трамвая, но с изменениями, согласованными с сертифицирующим органом. Сейчас в России износ трамвайного парка примерно 70%. Приобретение новых вагонов по карману далеко не всем. Я был на выставке в Екатеринбурге, видел новые вагоны. Тверские, заходил в эти вагоны, вели переговоры с заводом-изготовителем на Иннопроме. Конечно, там получше. Но сегодня оценил то, что мы сделали первый вагон, такой полный ремонт, Похуже, но если оценить цена-качество, то, наверное, это более предпочтительнее будет для нашего города. Так, новый заводской вагон стоит около 40 миллионов рублей, а отремонтированный обойдется городу в 6-7 миллионов. Говорить о массовом производстве пока рано, а этот вагон прокатит пассажиров уже в августе.